Оркестр народных инструментов готовится к выступлению. Песни военных лет, песни о войне и песни о боли блокадного Ленинграда позволят детям в зале хотя бы чуть-чуть эмоционально приблизиться к тем годам и к жителям северной столицы. В программе концерта вокальные номера, которым охотно подпевали люди старшего поколения, и инструментальные композиции. Музыка удивительным образом действует на сознание любого человека, а особенно на чуткие юные сердца, поэтому в зале сразу создалась нужная атмосфера. История страшной блокады, выученная на уроках истории, после такого концерта займет особенное место в памяти учеников. Патриотическое у нас воспитание проходит практически в течение всего года. Мы не отделяем это, потому что, не зная истории своей, дети не будут знать своего родства, и так тяжело им бывает иногда. Концерт приурочили к стартовавшей по всей России акции «Блокадный хлеб», поэтому в конце каждый ребенок получил страшные и символичные 125 граммов ржаного хлеба. В школах, на территориях различных предприятий у нас будут проходить акция «Блокадный хлеб». Также 27 числа в учебных учреждениях, то есть школы, институты, будут проведены уроки блокады Ленинграда. Если малышам только предстоит узнать о значении этого ржаного кусочка, то у педагогов и старших школьников весь концерт по спинам бегали мурашки. Павел Ярасов, Олег Осипов, Александр Кобзарев. Область новостей.